Добрый день, дорогие друзья, с вами автосалон «Протюнинг», меня зовут Игорь. Сегодня мы вам покажем очень редкий автомобиль на наших дорогах, это Cadillac XT6, который точно будет привлекать внимание всех, кто будет проходить рядом с данной машиной. Можете обратить внимание на этот строгий такой угловатый дизайн этого автомобиля. Он прям придает ему брутальности, такой холодности к внешнему виду. На машине у нас установлена светодиодная оптика, хорошо освещает дорогу в любых условиях. Очень высокие боковые дневные ходовые огни тоже выделяют машину из потока и придает ей такой индивидуальности. И все понимают сразу, что это Cadillac, потому что это их фирменная черта. И снизу под номером у нас находится радар, который сканирует дорожную обстановку и выводит информацию, необходимую для езды, на проекцию под лобовым стеклом, которая здесь тоже имеется. И еще одним очень важным плюсом при покупке данного автомобиля будет то, что он наклеен в полиуретановую пленку, которая его защищает от всех повреждений, сколов, царапин и так далее. Передняя его часть оклеена из зоны риска с самого начала своей эксплуатации. На машине у нас сейчас 44 тысячи километров пробега, и, как можете видеть, лакокрасочное покрытие у нас просто в идеальном состоянии, и машина выглядит абсолютно как новая. На автомобиле установлены 20-е колесные диски, оригинальный Cadillac с проточкой на лицевой части, что как раз-таки нам показывает этот контраст хромированных элементов на кузове автомобиля, коих большое количество, с темными цветами. Как раз-таки выделяет машину, все придает ей больше такого вот черно-белого контраста. На зеркалах у нас установлены камеры кругового обзора и проекция слепых зон. Бесключевой доступ на всех дверях, рейлинги на крыше, которые выкрашены в черный цвет. Очень хорошо, что это так сделано, потому что оно не выделяется и меньше будет видно повреждений при установке багажных систем на сами эти рейлинги. И здесь же у нас располагается панорамная крыша, которая проходит тоже через всю длину крыши автомобиля и показывает вам прекрасное небо в любое время суток. В задней части автомобиля мы видим все те же элементы, которые нам показывают, что это Cadillac, благодаря боковым фонарям, которые у нас тоже вертикальные, проходят прямо вперед заднего крыла, тоже очень красиво это смотрится. Хромированный молдинг, это матовый хром, который тоже идет у нас от левого до правого фонаря. И шильдики, которые нам показывают, что это Cadillac и модель XT6. Здесь же мы видим две камеры в задней части автомобиля. Все это потому, что одна из них относится у нас к системе кругового обзора, а вторая камера показывает нам на зеркало заднего вида в салоне изображение, собственно, с нее. И тут же у нас есть еще и парктроника, поэтому точно все системы для удобной парковки в любых местах здесь предназначены и имеются. Слева-справа у нас имеются еще хромированные насадки выхлопа, это не фальш-насадка, за ними на самом деле стоят выхлопные трубы. С первого взгляда может показаться, что багажник у данной машины очень маленький, но все это из-за того, что у нас здесь имеется три ряда сидений, что как раз-таки хорошо для большой компании, и просто нажатием кнопок мы можем автоматически сложить эти сиденья и получить большое количество места в багажнике для всего, что вам необходимо. И дополнительно у нас здесь есть еще и сетка, которую мы можем натянуть с самого края багажника и закрепить грузы, чтобы они у нас никуда не улетели по процессу езды на автомобиле. В салоне этой машины абсолютно каждый элемент обшит в коже, что не может не радовать. Все максимально приятное на ощупь. И, кстати, такие салоны на машинах очень рекомендуется обрабатывать специальными составами, чтобы продлить их срок службы, чтобы они у нас меньше пачкались и не так быстро растрескивались на местах, особенно на сиденьях. Я думаю, многие замечали такое, боковинка сиденья у нас трескается, ее иногда необходимо перешивать, потому что уже спасти не вариант. Поэтому обрабатывайте составы, делайте это в наших тюнинг-центрах, ProTuning, и радуйтесь своему идеально новому и чистому салону. Ну и возвращаясь к машине, хочется сказать, что на самом деле абсолютно каждый элемент здесь кожи, даже кармашек на центральной консоли внутри у нас отделан полностью из кожи, чтобы если вдруг вы будете складывать сюда свои вещи, это у нас не шумело, потому что кожа как раз таки немного поглощает материал, не будет той самой вибрации. Центр руля у нас тоже здесь обшит в коже с очень красивой строчкой по бокам. Гораздо приятнее это выглядит, чем из пластика на некоторых моделях. За рулем у нас находятся лепестки переключения передач. Приборная панель у нас механическая, по центру находится большой экран, на который выводится
информация об автомобиле. Как я и говорил, на лобовом стекле у нас есть проекция, в которой показана вся информация, ограничение скорости на данном участке дороги, приоритеты по езде и скорость автомобиля в данный момент времени. Мультимедиа-система тоже у нас стоит по центру автомобиля. В принципе, все необходимое есть тоже. Навигация, Android Auto, CarPlay и так далее, настройки автомобиля и управление климат-контролем. Здесь у нас все это присутствует. Дополнительные кнопки механические вынесены еще и снизу. Управление климат-контролем, то есть можем настроить температуру, скорость потока воздуха, включить вентиляцию в сиденьях, подогревы и так далее. Еще раз скажу, что в самих сиденьях у нас помимо вентиляции и подогрева имеется большое количество настроек и память под нескольких пассажиров. Перемещаясь к машине дальше, по центральной консоли идем, даже кармашек, который закрывает у нас подстаканники, он отделан из кожи, можете посмотреть со строчкой такой. В нем, собственно, располагаются два больших подстаканника. Тут же у нас слева от него шайба управления мультимедиа-системой. Если вдруг вы едете за рулем, гораздо более удобно управлять ей как раз-таки с самой шайбы. Большой бардачок, в который помещается все, что вам необходимо. Есть дополнительный карман для мелких вещей, который будет сюда под рукой. Разъем USB Type-C и стандартный USB 2.0 для зарядки ваших устройств. И здесь же, вот мы сейчас открыли бардачок, видим, что можно еще поместить ваш телефон. То есть, если мы его закроем, в принципе, он прячется, его не видно. Также сюда помещается, ну, 12-й iPhone помещается прям с большим запасом, другие телефоны сюда поместятся 100%, даже самые большие, какой-нибудь 14 Pro Max без проблем сюда тоже войдет. Перемещаемся на задний ряд, тут же мы видим сверху панорамную крышу, которая заканчивается над пассажирами второго ряда, то есть, в принципе, можно будет с комфортом смотреть наверх, и тут же мы видим еще и потолок, который сделан из алькантары, не стандартного, как у всех автомобилей, черного цвета, либо серого, а такого очень красивого бежевого цвета. Перемещаемся чуть ниже, видим акустическую систему Bose. Хорошее качество звука абсолютно в любом месте данного автомобиля будет точно обеспечено. И в принципе на заднем ряду сидит на самом деле очень удобно, потому что можно двигать сиденье вперед-назад, второй ряд. И что самое главное, чего нет во многих автомобилях, можно откинуть спинку сиденья назад и практически лечь и ехать с максимальным комфортом на этих местах. Тут же у нас есть широкий подлокотник с двумя подстаканниками. На центральной консоли находится регулировка климат-контроля, который здесь четырехзонный, и под ним еще разъем Type-C и стандартный USB 2.0 для зарядки. И еще ниже есть очень большая ниша для ваших вещей, которые вы перевозите с собой. Под капотом находится небольшой двигатель, но в принципе его будет достаточно для комфортного передвижения по городу и трассе, потому что это у нас рядная четверка, 2 литра, 200 лошадиных сил. Данный автомобиль находится в нашем автосалоне ProTuning в городе Краснодар на улице Российская, 263. Он готов к вашим просмотрам, можете приезжать, если вам интересен такой автомобиль. Еще раз хочу напомнить, что наш автосалон находится не только в городе Краснодар, но также в Москве и в Ставрополе. Можем привезти любой автомобиль из любой точки мира в Краснодар, Москву и Ставрополь в самые короткие сроки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео.